Ополченцы Донбасса трижды нарушили режим тишины в воскресенье, заявили в пресс-центре штаба спецоперации. Сегодня, 30 августа, в зоне АТО незаконные вооруженные формирования практически придерживались режима прекращения огня. С 6 утра и до 18 часов, вдоль всей линии разграничения, было три случая нарушения перемирия на Артемовском направлении, говорится в сообщении пресс-центра спецоперации в Facebook. По данным украинских силовиков, под обстрел попали их позиции в районе населенных пунктов Лозовое, Лагвиново и Новоалександровка. Огонь велся из минометов и стрелкового оружия, заявили украинские военные.